7 татами, 20 регионов и почти 700 участников. Такую явку не ожидали даже сами организаторы. Состязались спортсмены в 8 возрастных группах. Ката, кумите и командное кумите. В двух последних дисциплинах достойно представили свой город и нижнекамцы. Воспитанники тренера Алмаза Мутыгулина. В Нижнекамск наши спортсмены привезли 4 серебряные медали. Данил выступал в категории 10-11 лет. В 4 поединках из 5, выступая в личном зачете, он держал победу, уступив лишь в финале. Мне понравилось, в принципе, как я выступал. Говорили и тренер, и помощник тренера, говорили то, что я хорошо выступил. Мне самому это понравилось. Мог, конечно, быть первое, но надо потянуться немного. Я сам там сгубил немного. Но, в принципе, все хорошо, и буду тренироваться. От Татарстана на кубок отправились 32 спортсмена, в их числе 7 нижнекамцев. Медали серебряного достоинства нижнекамские воспитанники взяли и в командном кумите. У нас были несколько боев, как бы первый мы вышли с тольяттинскими. Сами бойцы тоже очень сильные, как бы надо было, нельзя было спать, надо было все время что-то делать, как бы надо было забирать баллы. Соперник был сильный, но так-то мы сильнее все равно. Но все-таки чего-то не хватило. Мы поговорили с ребятами, посоветовали, надо работать над этим. Усердно, еще больше. Ближайшие соревнования будут в Москве у нас. Я планирую, думаю, попробовать занять первое место там. Так сложно будет? Я думаю, что будет сложно, потому что будет очень много спортсменов и очень сильных. 6-й Кубок России по карате ВКЦ был первым отборочным этапом на 10-й Кубок Европы. Впереди российский чемпионат, на который наши герои успешно отобрались. Но делегация Нижнекамска может быть еще представительней. Еще будет у нас как бы в феврале месяце чемпионат России, это будет уже 7-й первенство и чемпионат России как бы. Там тоже отборочный турнир будет, как раз еще можно будет добавить каких-то спортсменов, которые пройдут, уже попадут в сборную России. График соревнований достаточно плотный, потому и перерыва в тренировках нет. Уже в ноябре ребятам предстоит выступить в Москве на чемпионате России по всестилевому карате.